В небольшом кабинете большой политик. Единорос сенатор Евгений Серебренников проводит в Абакане прием граждан. Люди идут с разными вопросами. Вот Геннадий Фроловский, работник Бородинского совхоза, жалуется на управляющего предприятием банкротом. Тот уже 2 года не выплачивает зарплату. У нас есть решение суда, но до сих пор оно не исполнено. Уже вот у меня будет в январе 2 года, как оно в силу вступило, но до сих пор не выполнено. Суда по выплате заработной платы? Да, я вам покажу. Но до сих пор не выплачено оно в полном объеме. Вот есть ли закон, который разрешает ему это тоже делать? Нет. Тоже нет, да? Нет. Это здесь уже недоработка судебных приставов. Евгений Серебренников обещает разобраться в ситуации и сделать запросы в соответствующие структуры. А вот пенсионерка из Абакана пришла с целым списком. Валентину Осипенко достают соседи-курильщики дымом. Каковы компенсации льготникам? Сенатор также берет вопросы женщины на карандаш. Возможно, найдут и время для решения моих вопросов. Конечно, чиновник такого уровня проводит прием жителей не каждый день, лишь по прибытию в республику. Однако местные депутаты выслушивают людей буквально каждый день. С начала года сюда обратилось десятки, а то и сотни человек. Приемная работает ежедневно, и мы ведем прием каждый день. И также у нас есть выездные приемы. Это выездные приемы руководителя приемной. В районах мы еще назначаемся не только в самом районе, но и в отдаленных населенных пунктах. Впрочем, пообщаться с сенатором смогли не только абаканцы, но и жители Таштыбского района. Здесь он проводил прием несколько часов. Ну а людей на селе в первую очередь волнуют вопросы сельские. Один из пенсионеров предлагает вернуть в страну государственные совхозы, как было в советское время. Кажется так, что на примере, ну, вроде бы успешного развития сельского хозяйства в социалистическом обществе, кажется, что сейчас вернуться бы и все. Но это надо возвращаться во всем. А мы понимаем сегодня на примере развития других стран мира сегодня, что это тупиковое, все равно тупиковый поход-то. Один за одним идут жители. У кого-то частная проблема, у кого-то масштабная. Евгений Серебренников обещает каждому помочь в решении, либо прямо на месте отвечает на интересующий вопрос. Кстати, позитивный пример таких приемов в том же Таштыбском районе имеется. Отдельные вопросы в том числе как бы решались и в том числе на региональном уровне. Вот, например, в том числе вопросы обеспечения сотовой связи отдаленных сел. То есть в данном случае это касалось двух муниципальных образований, Матросское муниципальное образование и Анчульское муниципальное образование. То есть на сегодняшний день практически эти вопросы решены. Люди с интересом и с надеждой приходят высказать не просто свои боли где-то и поискать помощь, но и просто высказать свои предложения по дальнейшему развитию государства. Это интересно, это ценно, это основа депутатской деятельности. И, наверное, в этом и есть работа депутата. По тем вопросам, которые конкретно поставлены передо мной, конечно, будет проведена конкретная целенаправленная работа и с органами власти Республики Хакасия, в некоторых случаях и с федеральными органами государственной власти. В целом же в этот день по Хакасии прием вели десятки депутатов от «Единой России». По статистике, на прием попали более 220 жителей. Просвещались на минувшей неделе и сами законодатели. В Абаканской администрации состоялся семинар муниципальных депутатов. Главная задача мероприятия – обмен опытом. Например, прокуратура привела список общих ошибок райсоветов. Повод задуматься и справиться для последних. А Абаканский райсовет и Верховный совет поделились опытом создания сайтов. Информационная открытость органов законодательной власти – одно из главных требований. Обмен опытом и государственных органов власти, и надзорных органов власти, как у нас предусмотрено сегодняшним совещанием, программой, так и между коллегами, то есть нами, представителями муниципальной власти городов и районов Республики Хакасия. У нас единая задача. Но реализовать задачу нам нужно в соответствии с законом правильно,
Но у каждого свои имеются особенности. И вот этот обмен мнением по всем вопросам, он всегда помогает. Мы стараемся, вот, чтобы наши законодатели, будем говорить, на местном уровне или представительные органы, были в курсе всех вот тех изменений в федеральном законодательстве, в нашем законодательстве. Вот такие обучающие семинары мы стараемся проводить регулярно.